товарищескому матчу комментарий товарищ. Приветствует вас Георгий Черданцев и Константин Евгеньевич. Своих партнеров. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Своих партнеров. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Своих партнеров. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Жермен, очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Особенно приятно наблюдать, что на стадион люди приходят в большом количестве. Футболистам, конечно, такая поддержка всегда на руку. Ведь игра-то для зрителей, да? Команды начинают эту игру. Поехали! Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Мбаппе. Марко Верратти.